Контейнеры для макулатуры начали появляться в подъездах столичных домов. Они предназначены для рекламных буклетов, каталогов, журналов и старых книг. Все это увозят на переработку и делают туалетную бумагу. В нашем подъезде есть. Выбрасываем туда приходящую рекламу. Я как раз сегодня кинула в контейнер несколько старых журналов. Это очень хорошо, и было бы еще лучше. Будь такое во всех домах. Мусора становится меньше. Да, мы оптимизируем. К настоящему моменту в столице уже 250 таких пунктов приема макулатуры, и спрос на них растет. Есть контракт на еще 200-250, еще на 200 ящиков. Да, мы их сейчас будем устанавливать далее. До конца года мы планируем установить около 1000 ящиков. Компания за свой счет и устанавливает боксы и вывозит ненужную бумагу. Данный проект был задуман для того, чтобы сюда складывали именно ту макулатуру, которая собирается в ящиках. Это журналы, это газеты, то, что у нас есть дома, старые книги, ненужные детские тетради. Это непосредственно идет на наше производство и там же перерабатывается. И в конечный продукт мы получаем туалетную бумагу. Контейнеры для макулатуры устанавливают не только в многоквартирных домах, но и в школах. Правда, до сих пор заинтересовалось всего несколько учебных заведений.